спецоперация – вынужденная мера, которая направлена на защиту меня, вас, дорогие зрители, на защиту нашего государства, на защиту жителей. Данные события, которые происходят, я поддерживаю еще и потому, что 8 лет издевались. Ну сколько можно? Дорогие друзья, 8 лет вы закрывали на это глаза. Но вас просили, вас уговаривали, вам давали возможность исправить эту ситуацию. Но нельзя издеваться над людьми.